купил 9 килограмм морковки. Хочу сделать морковный сок. Посмотрим, сколько с нее выйдет морковного сока. 9 килограмм морковки. Морковка такая дрыличная, прям хорошая. 9 килограмм морковки. Сколько, интересно, с нее выйдет сока. Вот, почистил морковку. Чисто морковки получилось из 9 килограмм. 7,5 килограмм. 1,5 килограмма шкурки вышло. Вот, вышло 1,5 килограмма кожуры морковной. Вот с трех средних морковок вышло где-то в среднем 140 миллилитров сока. Так, вот кладем дальше. Кладем дальше морковку, тоже такую среднюю. Такая морковка. Ну, средняя. Так, ну и еще одну туда положим. Там место еще есть. Вот. Закрываем. Включаем. Получаем с 7 морковок у нас вышло 350 миллилитров сока морковного. Вот вышло, значит, почти 850 миллилитров. Где-то 14 средних морковок. И 7,5 килограмм моркови, уже очищенной, чистой, получилось 3 литра. И 2 литра, 5 литров сока. Ну, еще мы по кружечке выпили, пробовали. Вот, благодаря соковыжималке Борг. Вот, что получилось в морковочке. 7,5 килограмм, 5 литров сока. И жмыха. 3 пакета жмыха. 2 литра. 3, вот это 4 килограмма жмыха вышло. Спасибо за внимание всем.